почему сюда вам надо положить? Ну, чтобы без упаковки, без лишней. Она чистая? Абсолютно. Вы дома уверены, что она чистая? Уверен. Сейчас дежурный директор к вам подойдет. Всем привет! Это «Сортировочная». Сегодняшний видос будет тоже из закромов. Мы его снимали еще до объявления всеобщего карантина. Но менее актуальным от этого он не стал. Хочешь, чтобы мы и дальше продолжали выкладывать наши выпуски? Ставь лайк и подписывайся на канал. Сегодня я объявляю челлендж. Больше никакого мусора. Завязывай его производить. Нет, я не о том, что нужно питаться солнечным светом и умываться утренней росой. Дело в том, что мусор и вторсырье – это немного разное. Мусор поедет на полигон, а вторсырье станет новой вещью. Супермаркет – это не только то место, откуда мы приносим еду. Это еще и то место, откуда мы приносим больше всего мусора. Бесконечные упаковки, пакеты, пластик. И потом это превращается во что? Правильно, в мусорный полигон без конца и края. Короче, сортировать отходы – это важно, но этого мало. Вместе с сортировкой нужно потихоньку отучаться создавать мусор. Я пойду закупаться так, как это делают все, по-быстрому и не глядя. А я попробую вынести как можно меньше упаковки и ничего такого, что потом нельзя отправить на переработку. Погнали! Это мешки для овощей и фруктов. Их сейчас реально можно купить везде, в любом супермаркете, практически в любом магазине. Можно заказать в интернете, хоть самому сшить, в общем, проблем нет. И они идут на замену вот этим целлофановым пакетом. Не надо брать упакованные овощи и фрукты. Во-первых, они дороже, во-вторых, зачем тебе эта лишняя упаковка? Без нее явно можно обойтись. Так, 121, приклеивается, огурцы, 199 вроде было, есть. На свалку поедет на 2 пакета меньше. В обычном магазине молоко в свою тару не нальешь. Здесь нужно брать в той упаковке, которую потом проще переработать. Тетрапак. Не лучший вариант. Несмотря на то, что в России он уже перерабатывается, с ним не так все просто. Тетрапак – это название торговой марки, но сейчас так называют любые вот такие сложные картонные, на первый взгляд, упаковки. На самом деле она многослойная, ее перерабатывать сложно, и при производстве такой упаковки много отходов. Лучший вариант – это пластик. Это бутылочный PET, самое распространенное вторсырье. Берите молоко вот в таких вот бутылках, и для уверенности можно посмотреть маркировку. Здесь вот есть единичка. Ну а пятерка – это вот эта обертка. Если повезет и все будет нормально, то ее тоже переработают. Берю молочко. Если тетрапаки худо-бедно перерабатываются, то вот с этими упаковками все сложнее. Они даже называются мерзко – дойпаки. В общем, все это пойдет на свалку. Единственное, что здесь можно сохранить, это крышечку. Начиная их копить у себя дома, и потом я расскажу, что с ними делать, и еще добро принести миру. В общем, если хочешь мазика, то лучше брать его в стеклянной банке. Стекло отлично перерабатывается сколько угодно раз. Но вот здесь стеклянных банок нет, так что лучше бери ведро. Это пластик. Он переработается. Про пластик запомни, на нем всегда есть маркировка. 3 стрелочки в форме треугольника, внутри цифра. Но если она есть, это еще не значит, что это точно переработают. Нам нужны цифры 1, 2, 4 и 5. Тогда это можно переработать. Какое? 700-й раз уже руки себе обеззараживаю. 14-й, я считал. Погнали, короче, дальше. Колбасу, сыр, тем более рыбу и мясо
в руках вот так домой не унесешь. Для этого нужно подготовиться и взять с собой обычные пластиковые контейнеры и потом идти уже к продавцу и просить, чтобы именно в них тебе все и положили. Здравствуйте, можно? Я выбрал колбаску. Можно вот где-то треть ее и порезать, и вот ко мне сюда. Почему? А? Почему сюда вам надо положить? Ну, чтобы без упаковки, без лишней, просто и все. Спасибо. Просто обычный контейнер. Ничего страшного. Она чистая? Абсолютно. Вы уверены, что она чистая? Уверен, дома помыл, у нас подложки чистые. Точно чистая. Я абсолютно в этом уверен. Не знаю. Я сейчас директора спрашиваю, если мне разрешают в таком контейнере нарезку делать. Ну, хорошо. Аж выяснения какие-то пошли. Я всего раз 5 покупал колбасу и сыр в такие контейнеры. И когда пришел первый раз, гордый, и переживал, как же на это отреагирует, и продавщица вообще никак не отреагировала, просто положила и отдала. Аж обидно как-то стало. Но иногда начинают интересоваться. Да, но сейчас времена такие, все должно быть стерильно. Но это я реально из дома принес, я все там помыл. Сейчас дежурный директор к вам подойдет. Дежурный директор подойдет? Ну, в общем, в этой одной очень известной сети супермаркетов мне отказались положить сыр и колбасу в мой контейнер. И в данных обстоятельствах они, конечно, правы. Но я узнал у них, делали они когда-то до пандемии, так что человек приходит, просит свой контейнер, они это делают. Они ответили нет. Не знаю, почему так. Я возле своего дома всегда так делаю, и никто даже ухом не повел. Ну, надеюсь, со всем этим коронавирусом рассосется, и эта ситуация тоже разрешится. А пока возьму это в таком виде, но в холодильнике буду хранить в контейнерах, а не буду засовывать это в целлофановые пакеты. Хотя бы так. Яйца. Важный карантинный продукт, долго хранятся, вкусные, так что надо брать. И вот такая упаковка выглядит вполне экологично. Вроде бы картон, должна перерабатываться, но это не он. Это валяная целлюлоза, она почти нигде не принимается, так что пойдет на свалку. В идеале яйца покупать там, где их можно положить в свою тару. Но если нет, вот это подойдет. Это вспененный полистирол, перерабатывается норм, вторсырье. Дошли до дефицитных товаров. Макароны, крупы, полки почти пустые. В идеале, конечно, это покупать на развес и класть в свою тару. Но если такого варианта нет, вот такая картонная упаковка, более или менее вариант. Ну, нам подойдет. Соком, как и с любыми жидкостями, в идеале стекло, чуть похуже пластик, ну и на худой конец тетрапак. Алюминиевая банка супер. В 99% случаев при переработке она становится новой алюминиевой банкой. Хватит покупать воду. Заведи себе многоразовую свою бутылку и поставь дома фильтр. Это реально дешевле. Ну а если все-таки хочется какую-то такую газированную, то бери либо прозрачную тару, ну или коричневую, зеленую, тоже норм. Никаких едких цветов. Здравствуйте, пакет нужен? Нет. Не нужен. Пакет вам нужен? Пакет? Ну, думаю, да. Ну, 2 или 3. Как вам кажется, здесь сколько будет? А сколько стоят они? 3 рубля. 3 рубля, понятно. Авоська супер вещь. И экологично, и стильно. Будешь пользоваться ей годами, а не каждый раз при походе в магазин покупать новый пакет. И вот ты пришел домой. Все это употребил за пару дней, ну, хорошо, неделю, может, 2. И что остается? От моего похода в магазин по-быстрому осталась вот такая куча хлама. Часть из этого окей, может уйти на переработку, но вот эта вся куча поедет на полигон, где у нас и так место заканчивается, как ты помнишь. Эко-шоппинг оставил после себя немного очень годного вторсырья. И ничего для полигона. Спасибо контейнерам, мешочкам и авоське. Мы вместе навсегда. А ты уже перестал брать пакет на кассе?
Давай, пора переходить на новый уровень. Это была сортировочная. Пиши комментарий, ставь лайк и обязательно делись этим видео. Пока.